Снова иду в лес. Грибы посмотреть. Да и просто прогуляться. Сегодня жарко. Всю неделю стоит. Очень такая сухая. И при этом невыносимая жара. 35-39 градусов. Очень жарко. Поэтому сейчас пойдем посмотрим. Может быть, что-то наросло. Прогуляемся. Подышим свежим воздухом. И сегодня у нас, кстати, 26 августа. Скоро конец лета. Пора наслаждаться еще природой и такими летними красками. Погодой замечательной, потому что с выходных все кончится тепло и наступит холод. Там будет всего 14 градусов. Поэтому все, иду. Такая ясная погода. Яркое-яркое солнце. Снова иду в тот же лес. Он неподалеку, поэтому можно сходить в шаговой доступности. Не нужно куда-то ехать. Можно просто пешком сходить. Ну, 2 километра от дома, может быть, чуть больше. И вот такая вот. Ну, уже, конечно, осенняя природа. Листочки уже с деревьев начинают опадать от жары. Ну, сейчас посмотрим, что нам подарит наш лес. Вот такой вот соседний лесок. Рыбка так плещется в речке. Мухи жужжат. И вот такой вот грибок. Наверное, это... Ой, сейчас срежу, посмотрю. У нас их называют маховиками, наверное. Такой вот грибок. Такой вот. Конечно, уже не надеюсь, что грибов прям будет много, потому что жарко. И просто походить, посмотреть. Же листья под ногами вот так вот шуршат. Ну, надо будет дальше пройтись. Посмотреть что-нибудь. Наверное, уже в этом году на грибной сезон вот этих всех боровичков, тут березовиков, подосиновиков уже завершился, потому что пусто в лесу. Ну, теперь столько стоит ждать опять. Вот такое вот поле красивое. Осота отцветшего. Стоит такая засуха, поэтому грибы, такой вот подосиновичек, уже портится. Два вот таких вот еще целеньких сорвал. Вот как сохнут грибы от жары. Тут засох. Птички чирикают у нас. Синички уже стали появляться в деревне. Скоро все птички из лесов, ну, такие, которые рядом с людьми живут, они переберутся ближе к зиме. Очень сильно вот так вот ушла вода от берега, прям отступила. Освободился проход, дорожка. Значительно прям после дождей прибывала. Теперь опять убыла. Вот.
такая вот речка. Мелкая-мелкая такая вот кувшинка это. И вот такой вот красивый лес и соседний берег. Совсем он не меняется. Всегда очень-очень привлекательный. Ух ты, птичка летела. Солнышко уже садится. Листочки прям стали так облетать уже. Вот именно из-за этой сухоты. Может быть, даже будет ранняя осень. Осо тут так отцвел. В этом году, кстати, его меньше. В прошлом было гораздо больше. Ну, сейчас пойдем назад. Где-то прям на деревьях стрекочет. Это вот большая саранча. Ну, в лесу, конечно, спокойно. Днем был ветерок, но все куда-то делось. Ветра не стало. Ну, а река всегда вот такая вот красивая. Тихая, сейчас спокойная. Такое ощущение, что вообще полный штиль. Только рыбка изредка плещется. Последние вот такие вот летние деньки. И стоит такой вот запах, как грибной. Очень приятный. Весной вот такой вот. Может быть, от речки, от какой-то вот такой вот особый аромат. Поэтому хорошо и в лесу, и на речке. Вот видно, как рыбка там немножко ловит, наверное, комаров, мух. Как бы выпрыгивает немного так из воды. Подплывает близко так к воде, к поверхности. И вот в этих вот кувшинках, которые вот около берега, обычно там именно щуки. Не знаю, что они там делают. Ловят, наверное, может, каких-то мальков или рыб. Вот они любят там собираться. И вот такой вот берег. Уже камера немножко так вот снимает. С помехами то затемняет. Ну, потому что уже темнеет и именно на открытом воздухе все уже близится к ночи. Вот такая вот еще встретилась свинушка. Смотрите, какая красота. Такой вот белый гриб. Красавчик. На толстой ножке. Такой вот хорошенький какой. Надо будет здесь поискать еще. Прямо у самой речки. Вот она речка. А вот он наш белый гриб. И здесь еще и парочка свинушек. Таких вот. Прямо у корней. И вот еще один
маленький грибок. Тоже, конечно, белый. Вот такие вот грибочки. Даже ради вот такого вот одного белого гриба стоило идти в лес. Там сейчас, конечно, они уже отходят. Наверное, последние вот. Именно белые подберезовики вот эти вот. Из-за сухоты они просто высыхают. Такой теплый ветер здесь вот дует. Прям жаркий. Там вот такой вот вечер. Выкошенная полянка. И наша речка. Ну а всем тем, кому видео понравилось, такая прогулка, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.